Всем привет-привет, это канал Котики на котиках, и котикам не пускать моего хомяка. У нас сегодня распаковочка. Да, Юлька. Аккуратненько. И что же у вас там? Что-то. А что там неаккуратно? Ну, не знаю. Слышите вы, китайцы? Или откуда ты там спрашивал? Ну, это крепеж. Для кругленького и для руля. А есть еще что-нибудь распаковать? Нет. Здесь у нас, значит, держатель будет вот такой вот. Кнопочка включения-выключения. Можно даже на руль повесить. Ну и, соответственно, на мотоцикл USB-гнездо. Да. Лайк, Юлька. А? Где кулачик? Он мне на лучик. Давай там. Работает как от 12, так и от 24 вольт. Ссылка будет где? В описаниях.